Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, сделал полноценное сцепление, компактное. Я уже показывал, как оно делается. Был у меня ролик на канале, вот тут где-то вверху ссылочка для ютуберов, кто не видел. Там до сих пор меня хаят. Говорят, что я много там воды лью, там много не по делу, кто-то захлебнулся. Короче, царство им небесное, этим комментаторам. Вот, как-то так. Показываю, из чего состоит. Немножко вида изменил, совсем чуть-чуть, вот, как-то так. Ступица задняя ступица переднеприводного авто. Также гайка чуть подрезана, вал чуть подрезан, чтобы все это дело глубже село, мужики. Сзади вот эта шайбуха, которая тут выпирала, тоже сточена. Все по плоскости выровнено, на станке уже. Как-то повеселее, поинтереснее работать. Ступица приготовлена. Все это запесочено, друзья, в пескоструйной камере. Купил себе купершлака. Вообще небо и земля по сравнению с песком. Запесочено и покрашено краской. Видели какой? Я показывал уже. Чтобы не ржавело. Если захочет человек, он ее перекрасит. Но тем не менее. Выточена втулочка. Вот такая вот. Здесь имеется по краям две прорези, чтобы ее можно было демонтировать. Две отвертки демонтируются, вставляется плотно. Внутри есть юбка, чтобы подшипник туда не проваливался. То есть, когда она вот сюда забьется, она влазит очень плотно. Когда вот сюда забьется, достать ее можно только вот через вот эти вот прорези с двух сторон. Провалиться туда не провалится из-за вот этой небольшой юбки, и не даст ей вывалиться, потому что будет держать подшипник, который тоже сюда будет забиваться. Он заходит в натяг, просто так не вставляется. Вот, как-то так. Единственное, что нужно будет сделать, друзья, это подрезать первичный вал, потому что расстояние здесь будет ограничено. Ну, я показывал, как это делается. Первичный вал подрезать на ширину подшипника. Подшипник шириной 14, друзья, миллиметров. Вот. Поэтому отмеряет человек у себя, отмерит 14 миллиметров. Вот так вот от шлицов. Сколько там, где оно там? Не вижу. Вижу. Вот так. И подрежет вал. Все. Почему, я уже объяснил. Чтобы не упиралось, чтобы вал не упирался вот сюда. Как-то так. Давайте соберем сейчас. Забиваю подшипник, забиваю сюда втулку. Все, друзья, вот так это дело все выглядит. Культур-мультур, как говорится. Ну а теперь остается только все это дело собрать. Вот эта шайба от тормозного диска. Вот он, тормозной диск. Вот это средняя часть. Было все это дело вот таким вот образом. Я думаю, видно. Отрезал сам блин. Потом отрезал вот эту шайбуху. Она проставочная специально, чтобы утопить подшипник чуть дальше. Для того, чтобы вал сел на шлицы полностью, друзья. Вот, как-то так. Ну, собираем, что там. Ступица также проточена под сам тормозной. Крепить будем на 6 болтов. Она центровалась по центру. Все. Болты чуть подрезал тоже. Это М12, шаг 1.25. Пришлось их на 2 мм подрезать.
чтобы не цеплялся, друзья, диск сцепления. Сделал их такой же вышины, как и, ну, практически такой, как и болты М8. Так, дальше, друзья. Гаечки М8 просверлены. Убрал резьбу. Они как раз по размеру дистанционные, так как барабан, повторяюсь, я уже это все рассказывал, да, имеет такую неровность внутри. И вот эти гаечки, они компенсируют эту неровность. И выставляю напротив отверстий, друзья, 6 штук. Потом расскажу, зачем, почему именно так. Теперь опускаю вот это на них. Также аккуратненько, чтобы не сдвинулось. Но если сдвинуться, можно поправить. Можно взять болт и поправить. Ложим, друзья, диск. Корзину. Диск сразу центрую первичным валом. Я уже объяснил, что его нужно подрезать. Поэтому для удобства буду использовать короткий. Вот она села. Все. Отцентровалась. Теперь вставляю болты с этой стороны, друзья. Потому что ключом сюда уже не подлезешь. И закручиваю снаружи. Все это притянется. Вот. Как-то так. Ну, сейчас закручу и покажу. Все, друзья. Сцепление собрано. Можно проверить еще раз, как диск стал четко. Готово к установке. Сейчас пойду красочкой здесь дуну от ключа. Вот пятаки пооставались. Ну, культур-мультур сделаю. Здесь все хорошо. Сюда ключом не подлезешь никаким. Ну, только рожковым придержать, если что. Вот таким вот образом. Все. Компактненько, красивенько, культурненько. Да, друзья, забыл сказать. Я не отвечаю на вот эти комментарии, где спрашивают, сколько стоит, что почем. Те, кому надо, берут и звонят, берут и пишут лично, вот без всякого вот этого бла-бла-бла. Позвонили, сказали, Саня, надо, сделай, да и все, никаких проблем. Вот с ними приятно иметь дело. А вот эти, которые там сколько, но там чё к чему, чё почему. Там ответу такой надо дать, а я буду там сидеть пальцы стирать. Кстати, могу сделать, кому нужно, вот такое вот подременное сцепление. Такая шайбуха, которая будет держать сам шкив, да, из барабана. Уже под шлицы. Ну, понятное дело, да? Мало ли кому, если вдруг не нужно, то, пожалуйста, звоним, пишем, спрашиваем, забираем. Ладно, друзья, всем пока, с вами был Санек. А, звездочки приехали. Сейчас покажу. Звездочки, друзья, приехали. Вот такого плана. Это на 25 зубов. На подлете где-то еще 10 зубов. С каленым зубом, со ступицей, но я ее буду срезать, эту шайбу. Но в некоторых моментах она даже очень пригодится. Почему? Расскажу в следующих видосах. В общем, кто там ждал, кто заказывал. 20 комплектов будет на продажу. Вот так запечатываю.
И сейчас в пленку. Все, друзья, кокон готов. Весит 13 400, а это габарит, потому что в транспортной там меряют в сантиметрах, 30 сантиметров на 30 и вышиной 16. Там нет токарей в транспортной компании, там нужно им данные давать в сантиметрах. Все, теперь точно все. Всем пока.